любимое место. Чтобы ехать и не остановиться, это неправильно. Это будет неправильно с моей стороны. О, как гудит все. Вон он, Мишаня тут. Рыл себе кормежку, искал. О, утки. Вон они. 4 штуки этих. Черники, как сказать, черники. Хохлатая или что там. Не знаю, весенний или новый выводок. Еще круче стал тут берег. Также валежника прошлогодние. Прошлогодние все лежат. Ну и новые там еще дополнительно свалились. А, да ладно. Красиво тут. Обалдеть. Вот сюда бы беседку действительно сделать. И просто тупо сидеть, отдыхать, смотреть вдаль. Там тоже очень много следов на берегу. Может, рыбачили, ходили там по песку. Сухо в лесу, очень даже. Все хрустит аж. Ну, вода, в принципе, чистая. Вода чистая. И многие спрашивают, почему у нас в реке как это вот коричневатого цвета. Не один раз уже у меня спрашивали. Давайте вкратце я расскажу, почему. Здесь, наверное, вода, ну, зависит от дна реки в любого водоема. Какое дно, такое и, водоем такого цвета. Вот здесь вот такого вот, как и земля, коричневого цвета. Поэтому коричневого цвета у нас вода. И на эту речку впадает еще таких средние таежные реки 4 штуки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять рек. И все они как-то цветами разными. Я охотился на двух речках. Раньше охотился повыше было еще. У меня избушка 80 километров, как-то уже рассказывал. И на этой реке вода синеватого цвета. Вот голубоватого цвета. Многие знают, что от лечебной глины там мажутся, она синяя. Вот, на этой реке основное дно, вот куда не встанешь, посмотришь, там дно вот голубое, синего цвета. И вода вот прям он тоже вот голубоватого цвета. И когда вот устья реки, вот эта река впадает на саму вот эту основную речку Нившеру, когда впадает там где-то с устья реки там напором идет вот эта синяя вода, вот это чайного цвета в воду впадает. Так что думаю, большую роль играет это вот какое дно у реки. Вот нахрена ты туда ушел? Лок, туда. Там ты не поднимешься. Где ты спустился вообще? Тупик. Кругом тупик для тебя будет. Ну, вот в этой реке в основном, где вот голубоватого цвета вода, там в основном водится хариус, щука, крупные щуки, между прочим, там я ловил мощные щуки, там они какие-то вот толстые, осенью очень крупные щуки мне попадались, на сети я рыбачил. Вот. И туда еще на нерест идет семга. А сейчас, где я охочусь, там в эту, вот во все реки поднимается семга, а вот на ту реку, где я охочусь, почему-то семга не идет. Ну и течение меньше там на этой реке, как в других реках. Ну, примерно так, что-то я рассказал. Надеюсь, вы поняли.
Вот смотрите, сколько УАДа тут гудит. Это на тепло идут, на технику они любят. И я вот, у меня в памяти 6 лет я работал в лесу, сучкорубом, топором махал. И я знаю, что это такое. Вот все это дело кусает тебя, тебе надо работать, тебя кусают, отвлекают, потеешь там, да и в ельнике еще комары, в сырую погоду вообще. Ну, тяжелая работа. В лесу кто работал, знает. Некоторые пожизненно работали в лесу там. После армии до пенсии. Ну вот, бери, не хочу, вот, кому хочется на мушку ловить, вон, пожалуйста. Вот такая картина. Как будто я пчеловод. Мои дамы тут обалдевают от этого шума. Мама не горюй. Фу. Да. Вот такое лето. Ну, я, знаете, я просто вот, мне они не мешают. Я получаю от этого удовольствие. Просто, честное слово, я уже, как сказать, устал от этого, от этого климата, что вот сейчас происходит. Лета практически нету. И это означает, что сейчас, в данный момент, лето пришло. Это очень хорошо. Пусть гудят. Пусть гудят. Но самое главное, чтобы хоть немножко нам, у нас было тепло. Чтобы мы радовались теплом. Немножко погреться на солнце. Слишком жаркую погоду, конечно, тяжело, но... Лето должно быть летом. У нас лето короткое, считай, 2 месяца только в году. И то сейчас уже 2 года подряд. Что-то все поменялось. Каждая минута еще больше и больше. И представляете, как сейчас живут медведи, лоси в тайге. Их они вообще атакуют, эти оводы. И они стараются возле водоема, там, прячутся в реку, там голова только торчит, и все. Они тяжело им. Вот такая армия. Еще раз покажу вам. Разрядился первый аккумулятор. Первый аккумулятор примерно на минус 40 я уже поснимал. О, блин. И я сейчас видели распаковку. Подожди, распаковку я вроде. А, в Инстаграме я выложил. В Инстаграме я выложил, как я распаковку делал. Сейчас с Алиэкспресса я прикупил новый этот. Карта памяти. Новую карту памяти. И вот сейчас я снимаю на новую карту памяти. Это, конечно, большой риск. Первая съемка, там, как получится. Главное, чтобы не подвело. Блин, сколько же вас. И если, как сказать, будет работать все это дело, я еще, думаю, прикуплю одну карту памяти. Ну, 64 гига я сейчас прикупил, а... Александр Мендруй говорит, что на Sony еще 128 можно, как сказать, вставить. Я и не знал, честное слово. Надо большой объем прикупить и поставить там, чтобы не надо думать, что у тебя карта памяти не хватит на съемку. Ладно, наверное, надо ехать. Тут уже немного осталось. И мы уже будем на избе. Посмотрим, какая картина нас там ожидает. А тут весело. Вон оно. Лето. Вот это настоящее лето. Приоткрою, пусть они выйдут. Когда буду ехать, они будут вам, как из улья, вылетают. Ай-яй-яй. Тут вам не интересно. Ну, на улице тоже самая картина. Вон он, бездельник мой. Тула.
Ух, какой кобелек-то у меня. Ну, так Валя любит и что? Валя любит и что? Да, устал. Видел, что творится на улице. На природе в Коми очень много овода. Фу. А? Что-то как будто какой-то вот... сзади у меня какой-то вот стук идут. Не знаю, сейчас я выгружусь, обратно в пути буду ехать там. Ну и были уже у меня какие-то вот шумы. Надо ТО сделать на УАЗик. Потому что у меня впереди еще будут походы. Сейчас у меня приедет старший сын. И раза три, наверное, придется подниматься на первые избы еще. Как бы ремонт. Ремонт избы одним днем не закончим, потому что еще надо материал туда везти. Ну, если получится, цемент еще прикуплю, привезу с города. Фу. Фундамент может на цемент как-то поставить. Да и можно без цемента, в принципе, там лет 20 простоит, а там уже после 20 лет, там уже походы, считай, закончатся там. Уже возраст будет, интерес потеряется там с возрастом, все равно интерес к природе, ну как сказать, к походам, к охоте. Посмотрим, все как будет. Пока YouTube есть, будем снимать, показывать, будете следить за моими походами. Везде вот медведи там весной. Уйди. Видать, кто-то заезжал. Следы свежие. Мы уже от дороги отъехали. Заезжаем уже в сторону избы. Фу. Вот-то сколько. Тут все мы скашивали этот, убирали все это сено. Долго не сохло в тайге, блин. Ну, лук, основной лук не хватало, и дополнительно еще вот в таких местах мы скашивали сено. На месте. Как подумаешь, сколько работы нас ожидает. Печку разбирать, блин. Нижние венцы менять. Пол застелить там. Травы сколько. Блин, жалко даже вот, когда ты едешь, топчешь. Но эта трава уже никому не нужна. Такая жизнь пошла, блин. Я там встану и доски погрузим. Чолом здорово, Кирка. Чолом здорово. Лежу у Ижнишатчины. Вот я здесь встану, здесь выгружу, чтобы уже готовые доски через окно там чук-чук-чук закидать. Чолом здорово. Все порядок. Все порядок. Машина там куда-то он, как сказать, проехала через луг, непонятно почему так. На реке ветрено. Вот смотрите, как далеко река ушла. О, еле.
Высота где-то 4 метра, наверное. Здесь все затапливало. Видео было, все увидели. Дерево стоит. Что-то обманет зрение или что тут как будто скосилось как-то. Или сучья упали. Что-то похоже на... Ну, рано или поздно, думаю, вон туда он свалится. Потому что немножко как будто скосилось. Что-то обман зрения, может. Ну что, будем обживаться. Немножко тут надо скосить территорию. Чай сварить, позавтракать. Даже термос не взял, буду кипятить чай тут. Дверь я открытым оставлял почему-то. А, палка упала, видимо. Ну, вы в курсе всех событий, что тут происходило весной. Вода была, до наров доходила. Из-за того, что сейчас кругом все открыто. А, нет, ни хрена. Вон он. Вон где затаился плесень. Я думал, вообще нету. Даже вот смотрите, все открыто и не помогает вам. Вон на этом бревне сейчас. Вон там в углу. Считай, блядь, два венца менять. Вот это да. Тот венец, здесь два венца. И тут два венца. Ладно, прорвемся. Сделаем, что запланировано, будем делать. Птицы, видать, где-то у них гнездо. Они отчаянные. Охраняет своих птенцов.
бензин закончился, там остатки бензина в баке было, немножко скосил территорию. Ну, много косить не буду, может, возле беседки еще скосить. И основной сенокос чуть позже будет. Этой территории, конечно же, мы до этого подсада все скосим, чтобы этот лес не подходил к избушке. Скосил для того, чтобы я мог подобраться к мангалу, чтобы, как сказать, не топтать траву. Сейчас я это все уберу. Мне вполне хватает этого места, чтобы тут варить, там, готовить еду. Ну и сейчас я заправлю и тут еще скошу. Ну, скосить возле избы немножко эту территорию. Здесь я 3 лаги поставлю и уже я выгружу вот сюда доски. Смотрите, тут муравейник. Небольшой был муравейник. Я сейчас косил, там все разлеталось. Там эти домик ихний, блин. Облюбовали вот этот угол. Они там в прошлом году были. Сейчас они перешли сюда. И они вот, они быстрее плесени даже грызут вот эту древесину гнилую. Это им по зубам вообще. Тулан куда-то ушел. Ладно, первое дело, наверное, я затоплю костер. Растоплю или что там. И уже буду готовить. Позавтракать надо. С утра там с 5 часов на ногах. Надо позавтракать. Дверюга, а ты где был? Где был? Древесина у меня сосна сухая, старая сосна. Немножко коптит, конечно, это не сравнить с елкой, но в данный момент других дров у меня нету, приходится этим пользоваться. Ну, сейчас подождем немножко, там основной, как сказать, копоть уйдет и угли появятся. Там еще у меня береза, закину березу и жар офигительный будет, там будем готовить. Хорошо, ветер сегодня, между прочим, когда ветра, на меньше комаров. И думаю, если в следующий раз приеду, когда приедем, также я выберу тот день, когда будет ветрено, потому что ветреную погоду комаров меньше. Поберем воды. Тулан, не спеши, блин. Опять там грязь поднимешь. Мутная вода потом будет. Ну, спуск. Между прочим, вон, смотри. Ну, ёб твою. Чё ты будешь? Тулан, колсну, блин, Юрат. Нахрена так делать, а? Как будто, блин, нарочно так делает. Приманку туда накидаем, наверное, здесь и будем рыбачить. Зачем куда-то идти, там место искать? Вон за тыщ, уйди. В принципе, это вам кажется, ребят, что вот вода какая-то вот коричневого цвета, но вода сам по себе, она чистая. Чистая, как слеза. Но вот дно у реки вот такое, что кажется, что вот чайного цвета какая-то вода. Вот такое место. Вон. Можно рыбачить.
принципе, летом все равно хоть какую-то мелочь можно поймать. Зимой в этом году очень проблематично было рыбу найти, поймать, не ловилось. И в данный момент сейчас, кому не лень, хорошо ловили сейчас на спиннинг щук. Щуки ловилось. Многие хвастались, что вот аршинные щуки там 72 сантиметра, 84 некоторые ловили. Вот, ну, на спиннинг. А я на спиннинг не люблю ловить. Вот не ловится еще. Я лучше донок накидаю. И если желание будет там, все равно кого-нибудь, может, поймаем. Так, ну да ладно. Пусть рыбачат, кому не лень. И мне нисколечко не завидно, что вот кто-то поймал что-то. Пусть ловят. Это у каждого есть шанс кого-то поймать. Не надо друг другу завидовать. Возьми удочки и иди, лови. Сидя. Уф. В данный момент нам пока рыбы не надо. Сейчас Денис приедет. Может, больше будет рыбалки. Так. А Никита у нас рыбак. Сейчас в данный момент в городе. Вот поэтому сегодня я приехал один. Он в городе. На днях тоже приедет. И может, возможно, даже и вместе приедем на ремонт. Ну, как получится. Посмотрим. А, муравьи, блин, как-то надо выкурить их отсюда. Что-то отработка или бензином что-то. Но это не очень приятно, когда они тоже тут. Все стандартно, классически. Поход начинается с чашечки чая. А, наверное, давайте сходим за смородиной и заварим смородину сегодня. Чай заваривать обычным чаем, а смородину найдем. И... О, пока пусть греется. Да, ладно. Вон туда сходим. Черная смородина в этом углу. Там красная смородина много, тоже кустики. Здесь черная, шиповник тут. Блин, все зарастает, ё-моё. Да. Говорят, что полезно корни у шиповника. Но, не знаю, вот. Ни разу не пробовал. Давайте тоже листики пособираем. У шиповника заварим. Вместе с черной смородиной, что получится, какой он цветы. Так, первоначально хватит, в принципе. Ну и туда сходим еще.